Лишь треть жителей Тюменской области согласны работать вместо трудовых мигрантов, и только если работа будет соответствовать профессии соискателя, а компания создаст хорошие условия труда. Таковы результаты опроса онлайн-рекрутинга HeadHunter. И сейчас на связи с нами из Екатеринбурга Анна Осипова, руководитель пресс-службы ХХРУ в регионах. Анна, здравствуйте. Расскажите, в каких сферах, согласно вашим данным, тюменцы готовы заменять иностранцев? Чаще всего занять рабочие места трудовых мигрантов сегодня готовы те соискатели из Тюменской области, которые имеют профессию в сферах рабочий персонал, производство, транспорт, логистика, обслуживающий персонал, туризм, гостиницы, рестораны. Ну, то есть это, как правило, либо такой массовый персонал, либо это какие-то квалифицированные рабочие специальности. А какие вакансии чаще занимают мигранты? Всегда ли это квалифицированный труд? Если мы посмотрим на самих мигрантов, то чаще всего они занимают как раз-таки те рабочие места, где какая-то квалификация не требуется. Да? Это могут быть разнорабочие, это могут быть водители, курьеры, ну, либо это какие-то вакансии, где, скажем, какая-то минимальная специализация требуется, нет потребности в высокой квалификации. При этом в целом мы видим, что у работодателей сегодня довольно высокий спрос именно на квалифицированных рабочих. Ну и там не просто высокий спрос, там настоящий кадровый голод, кадровый дефицит. В этом смысле трудовые мигранты, конечно же, не несут никакой угрозы для местных жителей, потому что рабочих мест однозначно хватит на всех.